Выпускаем птичку на свободу. Олеся говорит, вы что, его выпустили? Я говорю, нет. А что он, говорит, по конюшне летает? С цыплятами сидит. Иди отсюда. Я тебя укушу. Уходи. Давай, давай. Вали. Давай. Что ж отсюда? Выходи, говорю. Сидит, вылупился. Это перепелка одна у меня сдохла, он ее съел. Что скажешь, добро пропадать. Давай, вали, вон дверь открыта. Выходи, говорю. Слышь, птичка, блин. Невеличка. Давай, пока кошек нету. Лети отсюда. Не кусайся. Че ты кусаться сразу? Так. Вот так. Выходи. Да не ругайся ты со мной. А что, говорит, ты меня с хаты выгоняешь? Выходи. Чего ты прячешься? Тихо. Все. Полетел. Он на контейнер сел. Прекрасно, он уже летает. Вот он, лес рядом. Первый меня, когда отпускала, улетел вон туда, на эту. Так что позавтракал на этот, на путь-дорожку. Скажи, а что не жить-то? Нормально так кормят, поют. Все. Давай, птичек, до свидания.